Игорь, попробуй найти вот толпу, которая идет с позич. Thank you.
Торжественная церемония. The festive part. Для торжественной церемонии. In order to open the festive part. Приглашаются. We are invited to the stage. Мама Нея Петровна Капучино Подраченко Руссо, министр культуры России Владимир Мединский. Владимир Мединский, the Minister of Culture of Russia. Мама Нея Капучино Дольшевита Бабаренко Фундамента Руссо, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Георгий Полтавченко, the governor of St. Petersburg. Мама Нея Петровна Фундамента Руссо, Манифи Кочинко Руссо, гендиректор Роскосцирка Вадим Горлоев. The head of Russian State Circus Company, Вадим Горлоев. Амания Вокалиссима, презентативо народный артист Советского Союза Йосиф Кобзон. The state, the Soviet Union artist Йосиф Кобзон. Амания Сандалич, авокадо Эджо Толеранто Руссо, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. And the head of the legislative assembly of the Petersburg, Mr. Прошу вас. Please. Владимир. Дорогие друзья. Dear friends. Вчера, вы знаете, здесь, в Петербурге, официально завершили год литературы и открыли год кино. Yesterday, as you know, in St. Petersburg, we have finished the celebration of literature year and we opened the cinema year. Поэтому вполне естественно, что, как завещал классик, мы сразу же после этого открываемся. And of course, very natural to open the circus right now. Я понял, что шутка никогда не помню. No, but I understood the joke. Never mind. На самом деле, это замечательно и удивительно. Мы спорили, одни говорили, что это первый, самый большой стационарный цирк в Европе, а другие говорили, нет, был еще Колизей. We had debates about the circus. Some people said that it was the first stationary circus in Europe. The other people said, no, Colosseum Rome was before. Но на самом деле это действительно один из самых первых стационарных больших европейских цирков. И он прошел полную реконструкцию. Удивительно. Труд строителей, они работали здесь полтора года. Очень тяжелый, сохранили фантастический купол, сохранили здесь все, что нельзя было тронуть. И теперь это один из самых современных цирков. But right now, after one and a half year of amazing work of reconstruction, the circus was returned to its previous glory. И мы надеемся, что он будет удобным для зрителей, программа будет интересная и артистам, и животным, всем здесь будет как бы. We hope that everybody will feel at home here, both the public, the artists, and the animals. Я вас поздравляю. Greetings, everyone. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот, вы знаете, замечательно работает губернатор. Можно даже в цирке выступить. Такого не каждый подобает. Being a governor, governor is a great job. You can even perform on a circus stage. Я с удовольствием этой возможностью воспользуюсь, потому что действительно сегодня в городе происходит знаковое, замечательное событие. После реставрации открывается наш любимый государственный цирк. This is an amazing event. We, after the restoration work, we are finally opening our beloved state circus. И очень важно не только то, что он приобрел свой прекрасный первозданный вид,
но и он и вернул себе имя. Not и only. Более в год, двухсотлетия основателя нашего цирка, Гаэтана Чиризелли, он опять стал называться цирком Чиризелли. We have brought the circus back to its fame and to its name, to the original name, Чиризелли. Действительно, это событие происходит не Санкт-Петербургского культурного форума, это, наверное, тоже правильно, потому что наш петербургский цирк – это неотъемлемая часть петербургской культуры и культуры нашей страны. And it's great that it's happening during the days of the St. Petersburg Cultural Forum, because this circus is an important part of our culture. Меня просили выступать на недолго, потому что еще должен там выскочить сюрприз, поэтому я хочу всех поздравить от всей души с этим замечательным праздником, сказать особое слово благодарности министру культуры, потому что его инициатива была в реставрации, в капитальном ремонте цирка. Сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Great thanks to the Minister of Culture for the initiative of reconstructing the circus, to all the people who worked on it. И, естественно, руководство цирка и художественному руководителю Вячеславу Полонину, потому что полтора года они работали в цирке Шапито, и все это время готовили новую программу, которая сегодня у нас, я уверен, ошеломляет. Спасибо вам большое. A special thanks to Mr. Polonin, the artistic director, who worked on a new program for the circus. Дорогие друзья, цирк – это счастье и радость для детей и для взрослых. Великие деятели культуры говорили. Dear friends, the circus is a great pleasure and joy of even for adults and for the kids. В цирке всегда все четко, точно и по-честности. In circus everything has to be precise, correct, truthful and true. Спасибо всем строителям, всем тем, кто принимал участие в реконструкции, за то, что сохранили ауру нашего замечательного ленинградского цирка на Фонтанке. Thank you to all the people who worked so hard to preserve the special aura and atmosphere of this our circus in St. Petersburg. С праздником, дорогие ленинградцы, петербуржцы! Happy birthday to the circus! С праздником, гости нашего города! Спасибо! Маэстро Гаглоев! Добрый вечер! Вау, по-настоящему добрый! It's really good. Добрый! Будете переводить? Нет, не буду. Санкт-Петербург. Еще раз показал пример всему миру, как нужно относиться к искусству, к культуре, как нужно относиться к детям. Цирк не любить, все равно, что детей не любить. И будем надеяться, что на этом манеже будут выступать лучшие артисты мирового циркового искусства. Тем более, что осветил эту сцену Олег Попов. Это большое приятие. Давайте не терять надежду, что каждый раз, кто бы ни приходил, взрослые и дети, все будут радоваться, потому что цирк – это радость, цирк – это счастье. И я хотел бы, чтобы вы себя почувствовали одной семьей цирковой. Вот Слава Полонин рядом со мной. Мы знаем друг друга много лет. Вениамин Смехов. Чиризелли. Чиризелли. Гаэтан. Смехов. Сейчас акцентом будешь говорить? Ну, выдел тайм. Сейчас тогда услышите, как петербуржцы с какой радостью поют все вместе. Вместе с Полетковым. Светит незнакомая звезда, снова дома на дом, снова между нами гора, взлетные огни.
сеньоры, сеньоры и сеньориты, дамы и господа, обычно в нормальном цирке. Обычно в нормальном комах. Еще. Обычно в нормальных домах, как видите, перевязали ленточку. Usually during housewarming people cut ribbon. Но, во-первых, ленточки нет. We don't have ribbon. Поэтому, как во время карнавала, мы вырезаем галстук. So like in a carnival. Thank you.
Ladies and gentlemen, attention please. Внимание.
the dancing is good. Thank you.
Корниловых, Анастасия и Андрей Корниловы. Ladies and gentlemen, the winner of the special prize, festival in Sochi, the master, the legendary, the spectacular, the Korniluk family! Очень хорошего
петербургского зрителя. Я так рад вашими аплодисментами, которые мне лично дают. Говорят, что плохие слова укорачивают жизнь, а хорошие слова – плюс. Аплодисменты, продлевающие. Я хочу спасибо за то, что вы меня продлеваете жизнь. В первую очередь творческую, во вторую человеческую. И мне так были какие-то плохие моменты в жизни, когда думаешь, ну надо все бросать. Я не могу бросить своего русского зрителя. Мне очень приятно с вами встретиться и буду стараться работать, как говорится, до последнего. То есть в хорошем порядке. И пока вы будете аплодировать мне, да, до тех пор я буду стоять на этом месте. Браво! Олегу Попову слава! Я счастлив поздравить всех, кто был сегодня с нами, с праздником великого мастерства артистов. И сейчас объявляю Санкт-Петербургский цирк Чинизелли на Фонтанке открыт!
Thank you.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо.